США призвали Турцию бороться с ИГ вместо курдов. В Госдепе заявили, что главная цель помощи США курдам в Сирии заключается в обеспечении безопасности на освобожденных от ИГ районах. США призывают Турцию не предпринимать действий против сирийских курдов, которых поддерживает Вашингтон, а сосредоточиться на борьбе с террористами из группировки «Исламское государство». Об этом заявила на брифинге официальный представитель ведомства Хизер Ноурт, сообщает РИА Новости. «Мы, конечно, не знаем, будет ли это. Мы бы призвали турок не предпринимать действий такого рода. Мы хотим, чтобы все стороны, ред, там были сфокусированы на цели ИГ», сказала она. При этом Ноурт заявила, что США не намерены создавать силы безопасности границы в Сирии, и добавила, что этот вопрос, возмутивший Анкару, был неверно представлен. По ее словам, главная цель помощи курдам заключается в обеспечении безопасности на освобожденных от ИГ районах. США узаконивают террористов в Сирии. Турция. Напомним, возглавляемая США международная коалиция по борьбе с террористической группировкой ИГ намерена создать в Сирии силы безопасности границы в составе 30 тысяч человек. Военные боевого подразделения будут находиться на границе Ирака и Турции, а также вдоль долины реки Евфрат. По материалам сайта newsgro.com.